Здрасте. Вы что тут стоите? А? Тут другой мир. Игорек, он работает. Землю раскидывает. Ну идите на минуточку. Пущу. Только на секундочку, Мартик. А ты стой там. Сюда не ходи. Нельзя. Там он Серега косит кукурузу. Осторожная такая Мирка. Да и Марсик тоже осторожный. Все, закрылась дверь. Ну что здесь? Вот это пустырь. Этот участок мне отдавали, соседи предлагали, но я отказался. Думаю, ну хватит, с этим не управляюсь. Ну что, набрать земли, а потом... Марсик, куда пошел? Эй, Марсик, а ну назад пошли. Иди, бегом домой. Куда? Там нету входа. Бегом. Амброзий, надышишься. Идем домой, все, я ухожу. А здесь Игорь вот разравнивает землю. И вот тютинка прижилась хорошо. Вот она. И вторая тютина там. Абрикос посадили. Все, пойдем. Хватит, показали. Здесь вот каштан растет. Там... Груши. Здесь все понемножку есть. Ну иди, иди окропи вот это деревцо что-то, Игорек. А? Что-то оно какое-то слабенькое. На, сними меня. Там включена камера. Угу. Иди. Иди, дорогой. Марсик, Марсик. Марсик, пошли. Все, я ухожу, пойдем. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее. Вот умничка, вот. Давай, лапку задирай. Давай, опа, о. Да хорошенький ты мой. Все, расти, деревцо. Давай, Игорь. Пойдем домой. Отдавай нашу камеру. Все, пойдем, Марсюха. Все, погуляли, хватит. Вот такой другой мир. Марсик. Марсик, бегом. Мирочка тебя ждет. Быстрей. Ну все, заходи, хватит. Погулял, я тебя выпускаю, видишь? Тут-то лучше. Там ничего нету. Ох, попрыгунья. А здесь и груши, и яблоки, и кизил, вот он. Видите, аж переспел. Все здесь есть. А щебня сколько? А там вообще щебня нет. Что это за другой мир? Пойдем. Рябинки вот подкушаем. Вот сколько ее. На. Марсик пришел с другого мира в этот мир и сказал: какая здесь красота. И от удовольствия вон. На спинке покатался, выразил удовольствие этим миром. Здесь лучше, конечно. Здесь вон всего много. На, ешь. На тебе. И сливы, и озимина. Все есть.
Вот тут одна сливка. Уже месяц. Вон она, гляньте. Дай-ка я стрясу ее. Опа. Смотрите. Вот она. Уже 2 недели, как сливы отошли. А здесь еще висит. Будете? Какая сочная. Сейчас. Еще есть. На, Мирунька. Мирунька. На тебе. Ну что, больше нет или еще попробуй потрясти? Отходите. Все. Так, грушу трясут обычно. Нет, в том мире тоже посажено много всего. Пусть какой-нибудь путник одинокий, который будет идти по тому миру, наткнется на тютинку там или на грушу, съест и добрым словом помянет того, кто посадил. Вот два цветочка. Мирка. И вот она, видите, какая. Полетелька. Она меня просит, знаете что, хозяин, открой ларец и дай корму. Видели, как по руке стучит? Я уже все знаю, что они хотят. Подошли к ящику, открывай ларец. Давай нам вкусняшки. Это уже гарантированные вкусняшки, которые есть в саду. Они сюда за этим и идут. Тут еще инжир. Вообще можно закусить. Вот он, инжирчик. Ну его достать тяжело. Вот мне буду сейчас. Видите, это вот подтягиваю, подтягиваю, подтягиваю. Опа, вот есть. Есть. Идите, кто первый? Ой, кто первый? Мирка, конечно, уронил. Марсенчик, а тебе не досталось, Марсюха. Опять Мирка. Марсенчик, ну ты надо быть попроворней, пошустрее, а то так инжира не останется. За этой Миркой. На, пока она ест, быстрее. Она уже съела. Все, давай так вот ногой. Марсенчик, ну, как-то прояви инициативу. Ну, глянь она, на, раз, быстрее. Все, обманный финт. Отвлек ее. Ну что, были в другом мире. Сейчас здесь предстоят работы. Посадка декоративных камышей сюда. Тут уже кто-то купался, видите? Легко определить, кто этот купальщик. Все, мне надо возвращаться. Кузя готовится к зиме. Пошлите домой. Вот я нарвал на салатик огурчик.
помидорчик. Пошли. Все, прогулка заканчивается. Все здесь есть понемножку в саду. И для души, и для животика. Догоняй. Быстрей. На. Ням-ням. Марсик, он, знаете как? Он не бежит, не бегит. Как правильно сказать? Не бежит. Он чеканит шаг. Вот посмотрите. Видите, у него каждый шаг — это печать. Что не шаг, то печать, печать, печать. Видите, как печатает? Начальник, потому что он только привык печати ставить. Ну что, пойдет через мост? Не, никого нету. Все вокруг. Максимчик, ну что, в обход пойдешь? Иди по краешку. Вот Мирка, она умная, прошарена. Она ставит лапку вон туда. Хотя Марсик тоже туда ставит. Тоже прошаренный. Ну, может быть, это и есть школа Марсика. Все, Мирунька, идем. Все, возвращаемся домой. Будем делать салатик. Все у нас для этого есть. Вон и перчик есть. И вас угощу салатиком. Конечно, вам бы лучше колбаски. Ну, это зимою. Это зимний вариант. Колбаска. Что это за стела? Что она олицетворяет? Куда ее поставить? Пока еще не решил, не определился. Стоит вот так, ждет своего часа. Может быть, флаг повешу, сошью флаг Александровского сада и повешу. Ну что, пришли? Все. Я пошел домой. Иди, Марсинчик, иди. Запиши в свою книгу учетов, что ты был, что там. Ну, ты ж пишешь там доклады, да, о посещении сада. Иди, записывай. А ты иди, секретарша, помогай ему. А я пошел домой готовить к работе.